Давайте, только не забудьте, что хрюкает. Имя, Виви. Вовка. Да было хрюк-хрюк-то. А кого ищешь-то? Пигли-мигли. Орел. Что ты так легко вгадываешь? Пигли-мигли. Орел-орел. Ленка. Кто? Ленка. Нет. Нет. Что дальше? Ошибка. Дальше отгадывай. Потом посмотрим. Пигли-мигли. Вот она, Лен. Кого обладали власти? Кого обладали власти? Вылезай! Убили! А все, уже Ленка видать тихо! Блин, тихо, нет! Пигли-мигли! Не знаю! Он же двоих не угадал! Пигли-мигли! Нет, угадал! А, это угадал! Это угадал. А кого я не угадал? Вот этого. Вот этого. Пигли-мигли. Пигли-мигли. Что, сука, чужая, да? Чужая. Кого прибрали? На последний поезд приезжал, какая-то приходила, мама. Давай. Кто еще? А, давай стрелять. А там тут двое еще. Это та, которая с моря. Ну, Юра. Набрали по прописке. Пигли-мигли. Понаберут по объявлению. Игорек, что ли? Нет, не подсказывает. Игорек здесь. Я вот возле крюшки. А сколько вы знаете одного? Да подожди, ну Вов. Так, здесь. Вовка, твой лучше вылазь, ты тебя знаю. Там пригрел. Что ты, две жарко. Он спит, наверное. Вылазь, вылазь. Вова, вылазь. Не верит, что его отгадали. Ну дай, ты уже поспал. Отгадывай моих. Еще раз. Не всех еще. Пигли-мигли. Ну пусть, интересно. Здравствуйте. Может, значит, не музыкальный сын, да? Не, он хорошо всех отгадывал очень. Юра, я думаю, что это вот так. Тихо! Да, Костя, так, ничего не думай. Ты ничего не думаешь. Точно она, Костя. Костя, ну все, тихо. Она, ты думаешь, что это мальчишки, она? Мальчишки, не это самое. Да? Я думаю, что нет, это не она. А на диване? Просто вот там она в поезде ехала, это точно она была. На диване. А, нога, которая смотрела. А ты свин знаешь? О, а свин не похож. Да, руки еще на диване подкрас. Уже двое суток в гостинице. Лежу в гостинице. Люблю. Кого? Вроде все на месте. Так не должен. Так вот и видно, что так не еще давай, фигли-мигли. Фигли-мигли. Все должны под спальниками быть. Все себе спальники нашли. Все должны лечь? Да. Я тоже так думаю. Я все должны под спальниками упасть. Все, да. Все. Вон еще спать. Давайте все. Все. Ты столько воздух не удержишь, Костя. Удержу. Не ссы. Так, ну а как тебе хватает? Слышь, не ссы, давай носки надувай свои. Здравствуйте, здравствуйте. Открывай со ссы. Мама, со ссы. Мама, еще. Не ссы. Костя, греби под себя. А я что делаю? Костя. Юра, с головой. Спасибо, дорогой. Костя, ноги подгреби под себя. А это что такое? Какие ноги, Алёна, какие ноги? Алёна, какие ноги? Волосатые какие! На! Шарик разгрыз паразит. А щупать можно клиента? Да. Можно! Ноги, ноги! Щупать можно, да? Да, да. Говори, пигли-вигли. Пигли-вигли, чего ты это делаешь? Пигли-вигли. Вань. Не понял, кто это пошли. Ирога, ты. А ты знаешь, кто это? По-моему, Лена. Не угадал дальше. Вот-вот. Говори, пигли-вигли. Пигли-вигли. Не угадал, дальше пошли. Не, не на ощупь, а на звук. На звук должен. А пощупать? Нельзя. Ты должен, я руками. Ты должен хоть кого-нибудь угадать. Угу. На похрюканье, вот. Так. Говори. Рита. Говори, пигли-вигли. Фигли-вигли.
Ваня. Угадал? Если угадал, человек встает. Если не угадал, не встает. Не угадал, дальше. Вот сюда, вот сюда. Давайте без этого. Очень тяжело. Давай. Говори. Говори, пигли-вигли. Пигли-вигли. Алена. Дальше. Если человек не открывается, значит не угадал. Иди дальше, никому не угадал. Басом Алена. Пигли-вигли. Сама дисбалансировала. Если бы я не узнал. Все, открывай. Не надо, пусть лежит. А я не знаю где. Не помню кто-то. Я знаю только первое. И давайте быстро. Я первые три ряда знаю. Сейчас все поменяются, не волнуйся. Сколько свиней. Быстро поменялись местами. Поняла. Меняемся местами, быстро. А ну что подсказала? Алена, ну про тебя было классно. Алена! Что ты можешь поднять? Ваня, а что? Чуня? Давай. О, что прикольно. На кого ты нам споем, а? Споем на кофе. Держачная куча, прикольно. Труселя! Что, готовы, да? Труселя, Юрий, вам закрой. Настя, закрой голову и живот, закрой. Она неправильно сделала, она просто... Костя, у тебя волосатые ноги видно. Подсказала и все. Я от ней как лысина от ноги, блин. Пузо вылезла, блин, а. Ой, все, Лена, пошли. Давай, Лена. Закрыли. Ну, там они же накрылись, можно снять, нам можно. Накрылись, накрылись. Так, тихо, ебать, ты лучше. А, ты не играешь? Пролюсь. Пигли, пигли, говорим. Андрей. Нет. Ой, это Оля. Говорит, пигли-вигли, говори. Пигли-вигли. Хрен там. Это как? Это Алена. Иди дальше, не угадала. Да, что, тут двое, что ли, или что, вы широкие? А ну тебе свиньи. Пигли-вигли! Что ты открылся? Нет, то, что две... Андрюха! Нет! Две свиньи не считаются. Говори, пигли-вигли! Алена! 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 Не, если по кругу пойдем, Алена найдет. Оля! Иди дальше, не угадала никого. Бегом, пигли-вигли. Интересно тебе, да? Кто это там, а? Точно, Игорь, я угадала тебя!
Она, кстати, отгадала, Игорь. Я что-то не Игорь, говорю, что-то не выглядит. Оля отгадала. Она меня не спросила, ты гриникли. Да, да. А потом, а я придумала. Гриникли, я крикнула, нет, не Оля, это Алена. Ну что, кто вадит-то? Андрюха? Или Игорь. По-хорошему, Игорь. Игорь, давай, ты вадишь, давай, Игорь. Игорь, пойдешь вадиться? Я не пойду. Я такой. Иди. А не важно, пускай лежит человек. Рита, пошел. Никому ничего не говорит. Рита, не смей. Иди, отгадывай. Так она не закрытая. Вот здесь не закрытая. А сюда я хочу доложиться, вот еще не ушел. Так кто будет отгадывать? Андрюха. 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 Ладно, тебя назначили. Не вмешаемся, мешаемся. Нормально, прикольно. Глаза отгадывай, да? Ты будешь прятать? Да, конечно. Только в чем-то хочешь. Меня и так бьет, Саша. Бери, сюда ложись. Нет, вот мы сейчас со мной. Сюда делаем. Ну давай, мы сейчас сидим. Ну, берешь тебя дышать. Дожди, у него спина. А ты чего? Куда пошел? Спина так. Играешь? Ты куда ушел? Ой, ужасно, реально ужасно. Не стой дырочки. Блин, не стой дырочки. Кто помогает прятаться? Тамара, ты помогаешь? Лен, а кто, Тамара? Ну, короче, если вас угадывают, вы это, вылезаете, пожалуйста, а то чтобы не получилось, как с Игорем сейчас. А, скучно сразу не пить ни с кем, да? Игра такая скучная. Кто у нас, Андрюша, а где он? Я жду, пока вы спрячете. Миша? Ноги тихо, волосматые. Все, тихо, молчим. Миша, ты кто там? Андрюха, как где? Ходи. Что, курка, яйки есть? Картошка варится. Говоришь, трогаешь, говоришь, пигли-мигли, чтобы человек понимал, чтобы к нему обращаться. Пигли-мигли. Алло. Другая, да, не вылез. Чел не вылез. Игорь, спать, Миша. Вот, Костя. Да ну, как бы. Да ну, Костя, ну, мой хрю-хрю сказать. Надо было испугать. Конечно, своим голосом все сказал. Трудно было не узнать. Ты знаешь, честно, я стал засыпать. Давай дальше. Не киводи тогда. Не мешай спать. Сейчас мы начнем приезжать. А где Катя? Катя пошла. Катя, я вообще другую даже не кричал, мне все время. А это кто? А там Игорь, кто там остался? Не-не-не-не-не, все, лежим, все, кто лежит, лежат, ложитесь. Вот это, да, или нет, там что-то где-то... Блин, как видно. Сейчас как пнет ногой, радуйся. Вау, как ты это все. Так, ноги подложи.
Ваня, проводи Костю! Костя, я как проводник, вали сюда, а? Или он там спать будет? Так, ну давай. Отбой? Отбой в ракетных войсках. Отбой? Ваня, отбой? Я думаю, да. Нормально. Ваня, ты отгадай, а потом расскажи. А кто у нас еще? Да что тут отгадывать, все уже по воде стоят. Давай, кто не вылез. Отгадывай, кто не вылез. Давай, дигли-дигли, говори, пусть плюхает. Вова! Зимочный с Аленой начинает. Самое интересное, да, Алена. Ты говори, пигли-вигли. И это. Алена вылезла. Оля? Ты говори, пигли-вигли. Пигли-вигли, Оля? У кого синие носки? Ты не заметил, у кого синие красивые носки, блин. Рома, Рома. У меня. У меня только у тебя. У Риты Клан. Ты куда пошел? Паразит. Надо искать его. Чего, у меня такой маленький стал. Да, на улицу пошел. Да. Понятно, Ленка. Да ладно. Ну, нет. Вообще на Ленку не похоже. Да ладно, блин, похоже. Не похоже. Она бы сказала... И что? Закройся. Ты вообще такой... Нет. Четыре человека угадывают. Четыре человека не может угадать. Ты посмотри на него. Да попробуй, гони. Ну ты еще ходи, еще трогай, да еще. Трогай. Трогай. Прикольно. Дай мне бомбарские. Не бегли. Я бы угадала. Я бы угадала. Какой Вова. Какой голос там. Давай. А, там еще он зеленый был. Пропустил вообще? Точно, Ленка. Вообще не Ленка. А где Ленка вообще? А где у нас Ленка? Везде уже вроде спросили. Давай, Ленка, спрашивай. А вот там еще кто-то. Фигни. Игорь. А вон там еще можно. Блин, тут еще круто. Фигли-фигли. Ленка. Ленка. Знаешь, как там? Арчи, где хозяин? Что ли? Ленка, давай. Ваня, готовы вылезла. Пропустим. Фигли-фигли. Серега. Арчик уже пришел помогать. Марчик. Серега. Ты что, Серега? Хра-хра-хра-хра-хра. Точно, Серега. Вань, ну как ты по голосу не слышишь, что это не Серега? Это понятно, что это не Серега. А ты что не угадываешь? Это вообще понятно, кто это. Что, давай надо? Не, ты должен был быть. Мне занято. Вот здесь покрутишь. Не то я? Почему? Нет, здесь трогай, трогай. Ну а что трогать надо? Все равно надо здесь. Да как я уже трогал здесь. Так еще раз потрогай. За где потрогай? Скажи, Серега. Серега. Ну кто самый маленький? Сколько интересно, что вообще не похож. Вот смотри, как будто девочка какая-то. Ну что, жизнь была вообще капец. Сложился в три раза. Нет, кем там был? Открывай. Я тоже никогда бы не подумал. Открывай, Серега. Он еще и маленький. А вот. А вы не знаете. Это Рома. Кто тут такой? Я так не понял. Нет, это
не говорил. Я спрашивал, Ленка, не говорит. Нет, ты сказал, Серега на меня. Ты сказал, Ваня, просто прикольно. Выберем второй раз одеяло, доставим. По габаритам ему. Я чуть не умерла. Они не могли отгадать никогда по габаритам. Я не знаю, что я могу спать на хлебном молоке. Хлебно. Честно, я даже не спинсер. Рыбы, не болей. На хлебном молоке.